С уважением, почитанием и любовью мы приходим, чтобы разделить нашу мудрость и осознанность с вами, чтобы повысить ваши энергетические вибрации и расширить ваше сознание. Мы, арктурианская энергия, мы проводим арктурианский свет с планеты Арктур как интенсивный источник света в наших существах, желая разделить его с другими, чтобы помочь их просвещению. Арктурианская энергия имеет высокую вибрацию и содержит множество инструментов и методов, которые могут помочь продвижению и оздоровлению человечества. Существует много энергий, которые сейчас якорятся на Землю. Некоторые из них, старые знакомые энергии, в то время как другие новая световая технология, прибывающая из Вселенной Создателя, чтобы поддержать человеческое вознесение. Мы. Лорд Арктур и Антина Арктур, хотим принести специальную энергию и световую технологию с планеты Арктур, чтобы помочь в поддержке иммунной системы людей, способствовать исцелению и благополучию, растворению страхов и перепрограммированию энергии для существования в прекрасной гармонии и сияющем здоровье. Мы хотим принести арктурианскую световую кристальную энергию чтобы очистить и исцелить иммунные системы и убеждения тех, кто является восприимчивым к нашим энергиям и хочет обеспечить свое прекрасное здоровье во все времена. Физическое тело является восприимчивым ко многим влияниям и может действовать как губка, поглощающая мысленные потерны, убеждения, идеи, мнения и зума личности, воплощенная в физическом теле. Из сознания человечества, как маяки света, мы на внутренних планах можем выразить утверждение вибрации любви, например, я абсолютно здоров и сонастроен с потребностями моего тела, чтобы манифестировать чистое существование. Это утверждение будет послано с высочайшей вибрацией любви, которая понесет его к соответствующим умам человечества. Подсознательно или сознательно они поглотят это утверждение как и позитивные вибрации любви, которые оно источает, разделив этот позитив с другими. Позитивные и любящие вибрации, которые мы источаем, распространятся по Земле, объединяясь с теми, кто обладает сходной структурой сознания и вибрациями, и с теми, кто нуждается в исцелении. Люди, которые еще не готовы принять наши позитивные вибрации, могут поместить невидимую стену энергии вокруг себя. Испытывая страх, им, возможно, в настоящее время они помогут вибрации и энергии, но когда они начнут растворять энергетическую стену, состоящую из страха, наши энергии начнут мягко проникать в их существо и реальность. Я надеюсь, вы можете понять, насколько восприимчивы могут быть ум и тело физического человека. Каждый аспект физического тела удерживает убеждения и мысленные потерны особенно внутри мускульной структуры и водных частиц, содержащихся в физическом теле. Когда вы якорите свет в свое физическое тело, вы получаете способность трансформировать негативные убеждения и мысли, удерживаемые в каждом аспекте вашего физического тела, которые проявят энтузиазм в исцелении. Верно то, что ваши мысли и убеждения влияют на ваше здоровье и благополучие. Негативные мысли могут ослабить вашу иммунную систему и фактически проявить болезнь из-за силы и вибрации, которую негативная мысль проводит и излучает. Я должен сообщить, что есть множество факторов, которые могут влиять на вашу иммунную систему, но ваши мысли и мысли других людей являются самыми сильными из всех. Массовая болезнь может возникнуть из-за влияния и страха, если рассматривать ранее данное объяснение. Так же, как мы положительно влияем на ваше существо, поддерживая вас и лелея вашей энергии, мы можем понять, что то же самое может быть достигнуто негативной мыслью, которая выражает страх и болезнь, оказывая влияние на слабости человечества. Это воздействие может быть чрезвычайно сильным. Много людей примут негативное утверждение и манифестируют болезнь из-за своих страхов и неспособности исцелиться и сосредоточить свое сознание на любви. Болезнь может иметь потенциал распространиться через человечество не потому что она является заразной, а из-за того, что каждый человек слушает негативное утверждение, позволяя и придавая им энергию через свои страхи. Полезно рассмотреть эту концепцию и понять. Принимаете ли вы сознание и убеждения других, или же вы выбираете создавать свои собственные убеждения о реальности, в которой вы существуете, и о ваших опытах, защищая себя от убеждений, сфокусированных на страхе. У человечества есть способность самостоятельно исцелить свое тело через свои индивидуальные внутренние энергии, мысли и эмоции, и это то, что нуждается в развитии. И оно, естественно, проявится, поскольку человечество пробуждается к своей истине и присутствию Создателя в каждом. До этого времени мы хотим поделиться с вами нашими энергиями, чтобы воздействовать на ваше физическое тело, повысить ваши вибрации и очистить вас от загрязнений, поддерживая вас, чтобы вы были способны работать для достижения вашего духовного продвижения здоровыми с совершенной позитивной поддержкой вашего тела. Пожалуйста, позвольте себе работать с нашими энергиями, чтобы очистить ваши иммунные системы и всю энергетическую систему, якоря новые позитивные убеждения и повышая ваше естественное здоровье и благополучие. Медитация для исцеления. Мы просим вас сесть спокойно и сосредоточиться на своем дыхании, расслабив все свое существо и зная, что вы в безопасности. Мы призываем арктурианский платиновый щит защиты окружить всю вашу энергию и оградить вас от любых негативных энергий, мыслей или убеждений, позволяя только позитивным энергиям света и любви проникать в ваши энергетические системы. Представьте все свое существо и ауру окруженными совершенным платиновым щитом защиты которые гарантируют вашу безопасность и сохранность во все времена. Держите веру в свою защищенность. Мы призываем арктурианскую энергию наиболее соответствующие для вас вибрации проникнуть и заякориться в ваше существо и душу. Мы просим, чтобы арктурианская энергия и свет активировали вашу душу, повысили ваш световой коэффициент и ваши энергетические вибрации, увеличив вашу духовную чувствительность почувствуйте энергию, текущую через ваше существо, и соединитесь с душой матери, земли в ядре земли. Уделите время, чтобы испытать и рассмотреть арктурианскую энергию, которая сейчас течет через ваше существо, почувствовать ее ощущение и воздействие. Сейчас мы призываем цилиндр арктурианской световой кристальной технологии энергии спуститься в ваше существо, позвольте себе осознать цвет света который сейчас окутывает ваше существо, это наиболее соответствующая для вас вибрация. Арктурианская световая кристальная технология энергии ⁇ это волна света, которая содержит миллионы крошечных кристаллов, существующих как эфирная энергия. Каждый эфирный кристалл был заряжен арктурианским позитивным высоковибрационным светом, а также сознанием арктуриан которая является сознанием Создателя. Световая волна является очень мощной и может использоваться для многих различных целей, поскольку эфирные кристаллы могут быть заряжены согласно потребностям человека. Сейчас мы программируем арктурианскую световую кристальную технологию энергии, которая окутывает ваше существо, намерением очистить вашу иммунную систему от любой негативной энергии. Загрязнителей и болезней, которые больше не нужны вашей иммунной системе и телу, мы просим, чтобы этот негатив во всех формах был растворен, и привязки или влияния, которые препятствуют вашему здоровью и благополучию, были обрезаны с любовью. Представьте эфирные кристаллы, пульсирующие и вибрирующие во всем вашем существе выделяющие волны безупречной очищающей и исцеляющей энергии. Кристаллы активизируются и выделяют белый свет очищения и частоты во все ваше существо, но особенно в ваше физическое тело и иммунную систему. Теперь мы программируем арктурианскую световую кристальную технологию энергии, которая окутывает ваше существо, намерением растворить любые болезни которые проявлены внутри вашей энергии и физического тела и препятствуют вашему продвижению по духовному пути. Мы просим арктурианскую световую кристальную технологию энергии окружить любую застойную энергию или болезнь чистотой арктурианской любви, позволяя всем ненужным энергиям раствориться и рассеяться трансформируясь в мощный свет любви, мы просим проявить глубокое очищение и исцеление. Теперь мы программируем арктурианскую световую кристальную технологию энергии, которая окутывает ваше существо, намерением усилить вашу иммунную систему на 100% или же к наиболее соответствующему для вас уровню. Мы просим чтобы ваша иммунная система была энергизирована и насыщена мощным арктурианским светом любви, чтобы совершенное здоровье и благополучие появилось в изобилии. Мощь вашей иммунной системы увеличена так, чтобы у вашей иммунной системы была сила растворять любые негативные энергии, убеждения и мысли, которые могут проникать в ваше тело и вызывать болезнь. Представьте свою иммунную систему как источник света. Визуализируйте, ощутите и осознайте, что сияние вашей иммунной системы разрастается и увеличивается, пока она не станет ярко светящейся и вибрирующей, символизируя свою мощь, силу и благополучие. Сияние вашей иммунной системы естественно воздействует, и активность вашего физического тела позволяет вам чувствовать приподнятое настроение, энтузиазм, жизнестойкость и силу. Примите и повторите это утверждение, находясь в пределах арктурианской световой кристальной технологии энергии столько, сколько пожелаете. Мою иммунную систему поддерживает и помогает исцелить самая чистая вибрация создателя и арктурианского света. Моя иммунная система и тело полностью очищены и исцелены, запрограммированы для растворения и рассеивания любой формы негатива. Моя иммунная система усилена на 100%, позволяя мне существовать как маяк жизнестойкости, здоровья и благополучия, изливая мое изобилие на других. Чтобы помочь исцелению человечества, когда вы почувствуете себя очищенными, исцеленными и энергичными, вы можете попросить цилиндр арктурианской световой кристальной технологии энергии подняться обратно к планете Арктур. Помните, что энергия, которую вы приняли, останется в вашем существе и ауре. Эту медитацию можно выполнять так часто. Как вы пожелаете, это замечательная медитация, чтобы выполнять ее каждый день, если вы находитесь под влиянием болезни или имеете страх перед болезнью. В качестве альтернативы ее можно выполнять один раз в неделю, чтобы усилить вашу иммунную систему и общее здоровье. Мы надеемся что вы примете наше божественное вмешательство и помощь в вашей жизни со множеством благословений и пожеланиями изобилия здоровья. Лорд Арктур и Антина Арктур.